Дама на комментарии, который я отвечал, ссылалась на одного широко известного в узких кругах психолога, который называет себя Сатья Дас. Видимо, она пыталась меня задавить чужим авторитетом, но понимаете, в чем дело? Те люди, которые авторитетны для вас, совершенно не авторитетны для меня. Сергей Анатольевич Яковлев, как в миру называют Сатью Даса, зарабатывает на таких лохушках, как вы, рассказывая им то, что они хотят услышать. И вот эта баба, которая мне тут написала, скорее всего, взяла деньги у своего мужа и отдала их этому Сатье Дасу. Точно так же, как женщины отдают деньги, которые зарабатывают их мужчину, Стасу Михайлову, каким-нибудь женским коучам или организаторам марафонов желаний. То есть, проще говоря, тупая пизда тащит деньги, которые забрала у своего мужа, тому, кто ее против мужа настраивает. Вообще, на самом деле, это реальный театр абсурда. Мужчины своими деньгами, которые они тяжелым трудом зарабатывали, оплачивают то, чтобы кто-то вызывал у баб, которые с ними живут, ненависть к ним же самим.